Полицейский брал взятки песком и цементом в Западно-Казахстанской области. Приговор по делу вынесли в Чингерлаусском районном суде. Здесь установили, что 35-летний сотрудник отделения административной полиции совершил тяжкое коррупционное преступление. Сначала госавтоинспектор составлял штрафы на спецтехнику, которая заезжала на стройку многоэтажного дома. Затем в обмен на покровительство предложил директору компании каждую шестую машину разгружать на участке, где строился дом его матери. 20 тонн песчано-гравийной смеси и 2 тонны цемента. Именно за эту взятку полицейский предстал перед судом. Акнур Мирлан Айтмухамедович признан виновным в совершении преступления, предусмотренной статьей 366, часть 2 Уголовного кодекса, то есть в получении взятки и по данной статье назначено наказание в виде штрафа в размере 50-кратной суммы взятки, то есть в сумме 3 миллиона 950 тысяч тенге. С пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе без конфискации имущества.